И всем привет, с вами Руслан, и мы продолжаем смотреть масштабные модели. Сегодня я вам хочу показать свою первую и любимую масштабную модель автомобиля. Это ЗАЗ-966 в масштабе 1 к 24 от фирмы Ашет Коллекция «Легендарные советские автомобили», номер 11. Тираж у нее 11 тысяч экземпляров. Значит, год выпуска 2016. Модель очень старенькая, поэтому она сохранилась в не лучшем состоянии. Но самое главное, можно понять, что это у нас Запорожец. Тут у нас нету бампера, фар и дворников, и все. Итак, давай сначала посмотрим журнал. Итак, вот такая здесь красивая обложка. Давайте смотреть. Содержание. ЗАЗ-966 ушастый, новый Запорожец, Запорожский автомобильный завод. Вот модель автомобиля, здесь все написано. Технические характеристики ЗАЗика моего. Вот он такой белый красивый на выставке. Так, давайте дальше. Так. Вот фоточка СССР. Это тоже. Кстати, еще Запорожец имел очень много анекдотов про него. И в следующем выпуске я уже снимал на него обзор. Это «Москвич 407». Итак, а теперь давайте рассмотрим модель. Как я уже говорил, она сделана в масштабе 1 к 24. Итак, она раскрашена в такой красивый алый цвет. На камере может показаться, что он какой-то рыжий, красный. А на самом деле это такой нежный алый цвет, очень красивый, кстати. Итак, отличие от 968-го, у него была такая звезда на решетке, а у 966-го вот такая вот решетка. Она сделана отдельной деталью из пластика. Я здесь наклеил номер, уже такой более современный. Так, еще что? Здесь у нас есть эмблемка ЗАЗ, и на капоте написано «Запорожец». Сбоку колпаки сделаны отдельной деталью из пластика серебристого. Так, шины сделаны из резины. Резина, кстати, хорошая. Диски покрашены, они сделаны из пластика, покрашены в белый цвет. Есть воздухоборник. Он выглядит как ушко, поэтому его прозвали ушастый. Он сделан, воздухоборник, из пластика. Так, дверь, здесь есть ручка. Она сделана отдельной деталью из пластика. Здесь есть такой ободочек. Окон, есть форточка, но она отлита вместе со стеклом. Задняя часть, здесь такие красивые, очень красивые фонари, мне они прям очень нравятся, они сделаны отдельной деталью. Есть номер, такой же, как и спереди. Еще что показать, здесь есть горловина, топливный бак. Это глушитель. Вот так вот он выполнен снизу. Здесь написано ЗАЗ-966 Запорожец 1 к 24. Это его масштаб. Двигатель у него, как всегда, находится сзади. Так. Ну и вот так же он выглядит с правого боку. В салоне здесь сиденья, они окрашены в коричневый цвет, а руль и вся там панель
сделана, руль это покрашен в белый цвет, а панель в красный. Итак, надеюсь, вам понравился обзор на мой Запорожец. Вот вы знаете, вот я как в «Оловянном солдатике». Там вот у мальчишки было много солдатиков, но ему нравился именно тот, который не имел ноги. Я также, вот это моя любимая моделька. У меня все модели хорошие, но это вот самая моя любимая. Хоть он и в таком довольно плохом состоянии. Ну что ж, надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был я, Руслан. Всем удачи и всем пока-пока!